Привет, ребята. Ребятки, решила себе сделать настроение. Юля с Вовой мне высылали вот такие вот трафареты. Хочу сейчас снять штору, поменять. Другую покороче одену сюда, на окошко. Вот. Да я, в принципе, 2 недели назад только повесила. Ну, она сюда мне сейчас... Сейчас у меня орхидеи все позацветают. Хочу такие, знаете... Этот шторочку коротенькую. И сделаем сюда трафарет. Короче, да, ребята, у меня все орхидеи будут цвести. Повыбрасывали он. Практически все повыбрасывали он. Видите эти стрелочки? И много их так. И там, и там, и там стрелочки. Где-то только протыкаются стрелки, смотрю. Вылазят. Ну, вон, смотрите, видите? Вон, видите, ребятки, вот. Вот, чтобы не поломать, боюсь. Ну, в общем, короче. Сейчас... Делаем. Хочу вот эти трафареты вот сюда сделать. Так. Вот. Мою все орхидеи. Меняем шторку. И, ребятки, я купила сюда на окошко себе для настроения. Мне сын, посмотрите, приделал на кухню вот такую обалденную диодную ленту. Мне она так нравится вообще. Она такая крутая. Ее можно менять цвета, ребята. Просто у меня на телефоне эта программка. Она и синяя, и красная, и зеленая, и горит, и розовая. И там можешь выставлять. Ну, в общем, обалденная штука. По-моему, здесь он набирал или 3,5, или 4 метра ее. Вот так она проклеена оттуда, за угла, вот так. И вот это под низ. Нет, наверх, вокруг кондиционера. И вот там резетки за телевизором. Ну, в общем, короче говоря, обалденная, красивая диодная лента. Мне она так нравится. Смотрите, какая она сблизи. Горит разными огнями. Можно менять, какой хочешь. Но вот этот вот мне он самый такой, знаете, как такой уютный-уютный, вот кажется. Такой теплый. Подходит под мою кухню. Смотрите, сейчас свет потушу. Оба. Тут вечером вообще такой романтик. Хорошо видно, кстати, от нее. Может быть, на телефоне оно так темновато. Ну, как бы на камере, может, оно темновато вам кажется. Но на самом деле, вот потолок прям весь так светится. Мне нравится, короче. И хочу теперь на окно. Смотрите, что я купила. Сейчас я вам покажу, ребята. Начинаем, короче, украшать дом перед Новым годом. Так, я купила вот такие вот гирлянды, шторы. Вот. Желтая, он, видите, написано желто, на украинском желто, это на русском желтая. Вот, так что будут они висеть вот здесь у меня, на окошке. В общем, короче говоря, я ее проверяла в магазине, она рабочая. Я купила ее немного, по-моему, здесь 2 метра. Вот 2 метра по 60 сантиметров длиной, вот эти штучки. Висюлечки я имею в виду. В общем, ребятки, прицеплю. Будет красотища. Потом покажу вам. Ребятки, вымыла все свои орхидейки. Попротирала листики. Ну, вроде бы они у меня уже, кто видел мои видео ранее, вот, вроде бы они у меня ожили, я вам честно так скажу. После вот того всего, что было с ними, когда они у меня липли полностью все, я вот недавно видео снимала, вот видите, какие покореженные листья стали. Ну, по крайней мере, листья-то еще покорежены, но они уже не липкие. Вот это для меня, в принципе, самое главное, то, что нету вот этого, знаете, такого вот, какое оно было липучее. Значит, я думаю, что вот эта вся нечисть, которая там была, она сдохла. Потому что они же у меня все попускали сейчас, ребята, стрелки, вы понимаете? Вон, смотрите, лезет, вот видите? И практически, ну, практически вот на всех, практически на всех орхидеечках он есть стрелочки. То есть, будем ждать цветения. Все повыкидывали, я их все подвязывала, вот, ну, на прищепочки, видите, такие, вот, смотрите, дорогие мои, и вот, ну, короче, ребята, и вот, смотрите, у меня янская, вот эта белая, она как раз цветет, я вам обязательно покажу, там вот такие цветы огромные, вот, ну, листья, конечно, печаль после этого всего, в общем... Какая-то гадость это испортила. Так, хотела показать. Вымыла окно, ребята. Вымыла окно. Но у меня такое огромное, 1,5 метра стекло. Вот я. Привет вам. Так, что я буду сейчас делать?
будем клеить трафареты. Вот эти. В общем, искала я, ходила снег, ребятки. Вот такой снег с баллончика. Я не нашла его. Обходила я, наверное, 4 или 5 магазинов. Я заходила, нигде нету, в Авроре нету. Ну, в общем, короче, мне посоветовала моя соседка, она работает в детском саду. И они таким образом наносят эти, как их, рисунки, вот эти снежинки, трафареты снежинок на окна в садике. Вот, она мне сказала, что возьми, смешай зубную пасту белую, зубного порошка добавь и немножко водички чуть-чуть. Вот я сделала вот такую вот кашицу, видите, вот, новую мочалочку вот взяла. И сейчас буду вот так вот мочалочку и на трафарет. Ну, в общем, сейчас посмотрим, ребята, что будет получаться. Сама не знаю, если честно. Покажу вам уже результат. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the... Так, ребятки, а ну зацените мои художества. Ну, вот так получилось. Ну, чё, очень даже прикольно. Ну, я старалась сделать всё симметрично, как бы. Не знаю, насколько это ровно получилось, но... Мне нравится. Прикольно. Такие детские слова говорю, конечно. Ну, знаете, настроение сразу как бы становится такое праздничное, мне так кажется. Не знаю. Как вам нравится? Ребят, ну, в любом случае, я этим воспользовалась. Я их выбрасывать не буду. Они у меня сейчас полежат, подсохнут. Ребятки, очень классно вот этой штукой наносить, я вам хочу сказать. Во-первых, можно где-то вытереть. Вот, если где-то что-то там размазалось, вы можете вот
Вот такой вот у меня вот такие тряпочки для уборки. Очень легко где-то что-то можно подтереть, вот где-то какие-то черточки, если где-то что-то отпечаталось на стекле, очень хорошо вытирается. И сразу такое вот праздничное настроение, ребята, согласитесь. Угу. Мне нравится. Класс. Супер. Спасибо за подарок. Так, ребятки, моя оранжерея. Смотрите, какая красота. Я повесила коротенькую такую шторочку. Новогоднее настроение, ребята. Ой, жизнь такая сейчас, знаете, как тяжелая. Надо себя радовать хотя бы действительно вот такими мелочами. Ой, мне очень нравится, ребятки, спасибо вам большое. Действительно прикольная идея. Ну, конечно, все окна я в доме разрисовывать не буду, но, может быть, со двора еще где-то чего-то, чтобы видно было, когда заходишь во двор. Наверное, где-то еще что-то сделаем. Мне нравится. Ой, ребята, класс. Так, сейчас еще кое-что сюда приделаем. Ребятки, я закончила. Красота. Вот эти вот гирлянды, знаете, вот, ну вот серьезно, какой-то сразу такой вот это рисунок. За окном реально дождь, плюс 5 температура и дождь льет. Ну вообще серое небо мрачное, а у меня уже здесь Новый год. Класс. Ребята, еще хочу еще сказать вам. Вот этот рисунок, он насколько стал белее, чем когда я его только наносила. Это же зубной порошок там, поняли? И он высох, и рисунок проявился, он стал такой белый-белый, насыщенный. Вообще классно. Ну, не знаю, мне очень нравится, я очень довольна, что я сделала. Смотрите, как красиво теперь смотрится у меня окошко. Вот, сейчас далеко вот так отойду, вам покажу все в комплексе. С кухней вместе. Вот. Там тоже подсветку сын сделал желтую. Но единственное, что, по-моему, вот здесь желтее немножко, чем там. Вообще все в целом очень нравится, и я очень довольна. Спасибо, ребята, большое. А, кстати, гирляндочка еще переключается. Смотрите, тут есть вот такая штучка, где она. Ой. И смотрите, что происходит. И так тебе. И так тебе. И так. И так, Ари, через одну. И вот так вот. Это вообще цветомузыка. Да не, это с ума сойти. Это... Я такого не люблю. О, вот это идеально. Чтоб все время горело. Ребята, ну что? Я вижу, что на телефоне оно немножко блымает сейчас. Я не знаю, почему оно блымает, но... А, это такое, типа, плавное зажигание, включается и выключается. Тоже ничего, тоже такой режим интересный. Так что, ребятки, украшайте свой дом. Ребята, это еще не все. У нас еще впереди елку мы будем наряжать. У меня еще здесь елка будет. Вот. Еще мы будем украшать. Это еще у нас не конец. Вот. Ну, поубирала только что, все помыла. Ой, красота. Все, у меня, я ж тут, понимаете, у меня же рабочее место мое, понимаете, вот это же мойка, рабочее место, и мне же надо вот это все лицезреть, красота. У меня там огород и черная земля. Ничего такого интересного у меня там за окном нету. Так что, теперь это у меня такое первое новогоднее в моем доме. Ребята, спасибо большое за то, что, вот видите, как такой мне подарок сделали, я еще вот разрисовала... Разрисовала себе, подняла настроение вот такими вот рисунками. Ну, реально, это очень классно. Вы можете сделать со своими детками. И вот так вот трафареты, если они где-то продаются, можно купить. Или же самим можно, наверное, я так думаю, распечатать и вырезать. Единственное, это надо на картоне делать, чтобы была бумага очень жесткая. Вот. И так с детками разукрасить себе красиво стекла. Поднять себе настроение.
Ребятки, всем всего хорошего, до новых встреч, до нового видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Все, всех люблю, целую, всем пока.